21 марта 2021 года около 6:40 тверские автоинспекторы при несении службы попытались остановить автомобиль «Лада Приора» на проспекте Победы. Водитель законное требование сотрудников полиции не выполнил, полицейские организовали преследование, водитель «Приора» свернул на улицу Богданова, а затем на улицу Склизкова и на одном из поворотов не справился с управлением и совершил наезд на стойку дорожного знака. Полицейские задержали нарушителя. Им оказался 22-летний молодой человек, в отношении которого уже дважды были оформлены материалы за вождение в состоянии опьянения в марте и октябре 2019 года. Во второй раз молодой человек был привлечен к уголовной ответственности. В отношении нарушителя автоинспекторы 21 марта 2021 года составили несколько административных материалов за допущенные им нарушения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда мужчине может быть назначено наказание в виде серьезного штрафа, обязательных работ. Также возможно наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.